Агентство недвижимости «Партнер» начинает свою работу в Печоре. Принимают заявки по продаже квартир на муниципальных торгах. Продажа квартир в Ухте и Санкт-Петербурге. Адрес: Печорский проспект, 110, второй этаж. Телефон 8-912-954-48-00. Фирма «Сантехрезерв» предлагает все виды сантехнических услуг. Замена труб, реставрация ванн, устранение засора труб, установка и замена смесителей, подключение стиральных машин, ремонт и установка сантехники. А также теплые полы, сварочные работы и многое другое. Заключение договоров, рассрочка платежа, гарантия. Фирма «Сантехрезерв» – это качество и разумные цены. С 18 по 24 февраля с 10 до 19 часов в торговом центре «Аврора» по адресу улица Гагарина, 17, первый этаж, ликвидация меха российских фабрик. Удар по ценам. Шубы премиум-класса с выгодой до 60 тысяч рублей. ГОСТ первой категории высшего качества. Гарантия 5 лет. Более 500 шуб. Норка, Мутон, Бобер. Дубленки, шапки, пуховики. Новые модели 2020 года. Скидки каждому покупателю до 30%. Рассрочка от 3 месяцев до 3 лет без переплаты и первоначального взноса. Нужен только паспорт. Акция «Принеси старую шубу или дубленку и получи скидку до 20 тысяч рублей». В связи с изменением ассортимента в магазине «Классно» скидки на верхнюю одежду от 20 до 70%. Ждут вас по адресу улица Гагарина, 36. Всех жителей и гостей города Печоры приглашают посетить тематическую костюмированную выставку, где будет рассказано об истории создания рабочей крестьянской Красной Армии, ее важнейших этапах и вехах становления и развития, от даты создания и до реформирования. Посетители выставки смогут ознакомиться с информационными стендами, фото и видеоматериалами, сфотографироваться с участниками выставки, одетыми в форму и мундиры, вооруженными как бойцы и командиры Красной Армии разных исторических периодов. Также можно будет посмотреть полюбившуюся взрослым и детям выставку страйкбольного оборудования, точных копий современного вооружения и обмундирования, используемых современными вооруженными силами во всем мире. В рамках мероприятия состоится бесплатный показ фильма «Прощаться не будем». Возрастная категория 6+. Отметим этот славный праздник вместе. Приходите 23 февраля с 10 до 14 в фойе кинотеатра имени Максима Горького по адресу улица Советская, 16А. Медицинский центр «Семейный доктор» приглашает на прием специалистов в удобное для вас время, без очередей по предварительной записи. 29 февраля. Гастроэнтеролог Ушакова Наталья Александровна. Офтальмолог, врач высшей категории Панченко Павел Николаевич. Онколог Выдрин Андрей Иванович. Запись по телефону 3-12-70 и 8-912-567-61-21. Адрес: Печорский проспект, 57. Требуются работники для переработки цветов в период с 6 по 8 марта в речной железнодорожной части города. Звоните по телефону 8-912-558-83-55. Продается двухкомнатная квартира обычной планировки по адресу улица Ленина, 16, третий этаж, без ремонта. Или обменяют на однокомнатную квартиру с ремонтом в железнодорожной части города без доплаты. Обращайтесь по телефону 8-912-564-67-58. Скорая юридическая помощь. Адрес офиса: улица Московская, 27А. Телефоны 40271 и 8-904-868-04-74. Разместить информацию в программе телегазета вы можете, обратившись в центры обслуживания клиентов.